В Орле задержали директора спортивной школы Олимпийского резерва «Русичи». Видео опубликовал региональный следственный комитет. По их версии, Борис Люблинский с февраля 2016 по август 2020 года организовал работу фиктивных тренировочных групп. При этом деньги на несуществующие занятия выделялись из бюджета учреждения. В СК сообщили, что подозреваемому удалось присвоить себе более 800 тысяч рублей. Кроме того, подозреваемый, имея договоренность с подчиненным сотрудником о повышении премиальных выплат, получил от него взятку в сумме 41 500 рублей. Преступления выявлены и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области.